You're my miss ride, miss ride. 널 놓친다면 miss ride. Чонгук, известный как главный вокалист BTS, поражает своими способностями на сцене не только фанатов, но и других айдолов. Многие новички индустрии выбрали Чонгука своим примером для подражания из-за его харизмы и чарующего голоса. Он вдохновил многих на выбор карьеры айдола, а своими талантом и навыками является учебником для айдолов, стремящихся к самосовершенствованию. Эти айдолы-новички упоминали о Чонгуке как об источнике вдохновения. Taehyun is Tomorrow by Together. В интервью TXT о возвращении с Minnesota One Blue How Taehyun поделился тем, что он сосредотачивается на ритме и деталях, чтобы лучше проникнуться песней. Тогда его спросили, был ли определенный артист, которого он изучал, чтобы прийти к такой интерпретации. Он ответил: «Чтобы лучше понять, я изучал Чонгука. Я считаю, что у него действительно уникальный, непревзойденный вокал. У него невероятный и широкий спектр вокала, и я вдохновляюсь каждый раз, когда слушаю его песни». Чунджи из Only One Of. Чунджи выразил свое восхищение Чонгуком на шоу-кейсе их дебютного альбома Don't Point Jump, которая состоялась 28 мая 2019 года. Чунджи назвал Чонгука своим образцом для подражания, сказав: «Моим образцом для подражания является Чонгук из BTS. Я слушал разные вокальные стили и тона голоса и работал над этим сам. Я долго изучал это, но обнаружил, что его тон голоса и стиль вокала являются для меня наиболее трогательными и привлекательными. Он тот артист, которого я уважаю больше всего». На вопрос, если бы пришлось выбрать только одного исполнителя, чтобы слушать всю оставшуюся жизнь, кто бы это был и почему, Чунджи ответил: «Определенная песня Чонгука. Думаю, я мог бы спокойно умереть, послушав его музыку». Чонвон из Enhypen. Чонгук был упомянут Чонвоном в интервью. «Причина, по которой Чонгук стал моим образцом для подражания, заключается в том, что он хорош во всем. Он очень расслаблен на сцене. Я черпаю вдохновение в его спокойном выражении лица и сильной ауре». Он привел примеры: «Повис Лав» для расслабленного выражения лица, для мощной ауры он и его сольное выступление с My Time из недавнего концерта. Не только в пении, но и в выступлениях на сцене Чонгук вдохновляет новичков быть похожими на него. Кан Сок Хва, бывший участник Produce 101. Участник выбрал Чонгука своим примером для подражания и добавил: «Чонгук из BTS, который хорош в танцах, пении и умении развлечь аудиторию. Я тоже хочу стать таким разносторонним артистом». Ван Цзюньхао, бывший участник Produce 101. Этот участник ответил, что хочет уметь петь, как Чонгук. «Я хочу быть похожим на Чонгука из BTS, чьи навыки в пении великолепны». Ким Дон Хан, бывший участник Produce 101. Вопрос: «Остался только ваш дебют, каким айдолом ты хочешь быть?» Он ответил: «Моим образцом для подражания являются BTS, и среди них мне нравится Чонгук. Я буду много работать и практиковаться в пении, чтобы уметь танцевать и петь, как Чонгук. Моя цель – быть айдолом, чьи выступления бы повторяли другие ребята». Чонхо из 80's. Младший участник и главный вокалист группы 80's сказал: «Чонгук из BTS – мой образец для подражания. Хоть он и самый молодой в BTS, на сцене он демонстрирует харизматичный и зрелый образ. И я, как самый молодой в 80's, также хочу быть харизматичным и зрелым на сцене». Хайон из TRCNG. Хайон – еще один айдол, назвавший Чонгука своим образцом для подражания, указав, что хотя пение и танцы Чонгука уже безупречны, он становится еще более невероятным, поскольку продолжает развивать себя и свои навыки, обучаясь редактированию и написанию песен. Чонгук вдохновляет его тем, что, несмотря на свой талант, он все равно продолжает учиться и совершенствоваться. Доуон из NTIC. Доуон, также самый младший в своей группе, сказал: «Моим образцом для подражания является Чонгук из BTS. Его называют «золотым Макне», и я хотел последовать его примеру в этом аспекте. Я смотрю и слежу за его фангамами, потому что мне нравится его способность чувствовать сцену, его жесты и танцы». Джейюн из TOO, уже TO1. Джейюн, лидер и главный вокалист группы, выразил свой восторг Чонгуком: «Если бы я выбрал образец для подражания, это был бы Чонгук из BTS. Я восхищаюсь Чонгуком». Он из T1419. Он рассказал, что Чонгук из BTS является его примером для подражания, и спел отрывок из сольной песни Чонгука «Эйфория».
Он поделился, Чунгук демонстрирует свои способности с разных сторон, будь то выступление, вокал или другие сферы. Я подумал, что он очень крутой и привлекательный. Надеюсь, что смогу быть похожим на него. Окада Рео, участник второго сезона Produce 101 Japan. Окада Рео поделился, что Чунгук вдохновил его стать айдолом. Артисты, которыми я восхищаюсь, это BTS. Мне особенно нравится Чунгук. Не говоря о его танцах и вокале, он без труда может делать сложные вещи. Увидев это, я подумал, что хочу быть айдолом. Другой участник конкурса Сана Юдай также поделился. Он мне очень нравится, и я стараюсь быть похожим на него. Двое других участников, которые назвали Чунгука их образцом для подражания, это Мацуда Джин и Хиромото Кэ. Хёма из японской группы Super Dragon. Хёма упомянул Чунгука как образец для подражания и сказал, что Чунгук действительно хорош в пении и танцах. Он также сказал, что очень восхищается и уважает его. Моя цель на данный момент – стать артистом, который может петь и в то же время танцевать. В процессе достижения цели я очень уважаю человека, который очень хорошо умеет танцевать и петь. Чунгук действительно отлично поет и танцует. Он мой образец для подражания, которым я и вправду восхищаюсь. Он артист, на которого другие артисты смотрят с уважением. Я его очень уважаю. Мемберы Kingdom. Артур, главный танцор новой мужской группы Kingdom, является поклонником Чунгука. Чиу из Kingdom восхищается Чунгуком, считая его танцы образцовыми. Джахан из Kingdom выбрал Чунгука в качестве одного из примеров для подражания. Он сказал: «Я думаю, что очарование Чунгука в простоте. Я также стремлюсь быть простым, поэтому он мой образец для подражания». А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аннён!